У нас были сведения, что Аламут вооружал наших врагов. Что? Сведения? Мало одних сведений, чтобы занять святой город моими войсками. Наши союзники не одобрят такую выходку. Но об этом, я полагаю, ты и не вспомнил. Нечего на дядю смотреть, сын. Это было мое решение. И за все отвечать только мне. Ты желаешь надеть корону, но поверь моим словам, ты еще не готов. Я доверяю вашей мудрости, отец. Так как я глубоко ценю ваше доверие, я лично буду руководить поисками оружия. Я не предстану перед вами, пока не найду свидетельств измены Аламута. Нашли подземные ходы в восточной части города. Я сейчас иду туда. А, но ты же пропустишь весь пир. Ты, Гарсиф, побудь с отцом, пока меня нет. У тебя есть подарок, чтобы почтить его? Да, конечно. Бис, подарок! Чего? Его куда-то не туда положили. Так и знал, что забудешь. Это мантия регента Аламута. Священная восточная реликвия. Такой подарок царю понравится. Ты геройски сражался, Дастан, и я рад отплатить тебе. Она редкий бриллиант. Приведи ее вечером к царю, Дастан. Ты действительно хочешь еще одну жену, брат? Слушай меня, Дастан. Брак с принцессой гарантирует мне верность ее народа. Не связанная с нами, она представляет опасность. Если отец не одобрит наш союз, ты покончишь с ней собственноручно.